Стагны. Да, ты ассиста, да, я там сейчас скинется, сам поставлю потом. Да, я сейчас дам, подожди, курю еще. Главное не волоёбить, если у меня два босса. Немного внимательно, и нормально все пройдет. По диспелу сами разберетесь, там Элбрил, Полина, диспелите. По поводу осквернения, в центре осквернения, пиздец, сразу. Все осквернения на крови должны быть. После комнаты то же самое. Даже если метка, блядь, от черепа не ставится визуально, этот, от ДБМ, визуально видим и отбиваем от тени в центр, блядь, метка на край. Чтоб проще было всем, блядь, отбегайте. На ком нету осквернения, блядь, убегайте в центр, блядь. Ком осквернения на край. Таргет лича, блядь, запоминание цели поставьте. Вам постоянно на кого сквернить. Он, кстати, слетает, вот этот запомнить. А когда в комнату берет, он слетает. Потом его физически не успеешь запомнить еще раз. По поводу перефазы сферы, блядь, сливается. У вас дохера РДД. Чтобы не дамажило, чтобы хилы не просаживались. Сенеров мало. Тут только два толковых хинера. От кота там много маны не восстановит. Нас перекур или чё? Этот на перефазе там мало миликов, так что играть немного тоже. Так, разбафаю каски сейчас и дам проверку. Адмирал, Монорода, Речо. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Анонсов на первой фазе не будет. Мощи. Смотрите. Да будет так. И на пул дайте лич. У меня что-то фризит сначала был. Надеюсь, что ловушка этот милики смотрите, потому что у меня фризанул. Клиент повис. Вот заберешь ли что? Это за перед ним.
Влад, забери или что там проводим, если что, прям. Может сейчас отвиснет. На протоваре осторожно. Ты тут, нет? Пока что нет. Шаркали, берешь и этот миль осторожно, чтобы ей не скрывать. Не срывать. Соло таргет еще бить. Что там лог? Шарк, шаркай. Рыдвара, чё это? Ловушка. Военно. Вроде отвис. Давай мне сюда, ты чё? Подходи. Шаркарями машет ходить. Так, этот, народ подними Редвара. База 2%. Хил Редвара. Чума есть? Маны. Я вынесла. Вроде выноси. Сейчас посмотрим. Есть 400. Ну это долго будет. Дай. Дайте чё? Духа. Все, можете играть, пойду. Ну-ка зайдите все, что вы там стоите? Вы думаете, их легко хилить, что ли? Рейндж наберите. Они стоят в... Они сами отхилятся, не хильте их. Если сами не отхилятся, это их проблема. Не могу забрать. Захильтесь. Ну ебать. Ложимся. В чем проблема, блядь? Сказал, ну не бить. Где второго это? На пол. Где, блядь, второго этого гневного был на пол? Он даже, блядь, до меня не добежал, блядь. Я попросил, у меня был кулдаун. Камнем встану. Мозер, где, блядь, на пол? Библ, где, блядь, на пол? Он даже, блядь, до меня не добежал, вы сорвали. Библ не в диску, ничего. В смысле, слобби конь на пуле? Тебе сложно, блядь, гневного второго на пуле отвернуться? Короче, никто босса не туннелит. Все играют по гневным. Плюс, блядь, нахуя рвать агро, если он даже до меня не дошел. Это сильно, блядь. Попросил еще в начале пула. Дом.
ассиста, да, на всякий случай. Там, на переходке, чтобы метку повесить. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Вот тут сундук какой-то стоит за троном. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший свидетель света пропустил рождение моего мира. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно помочь. Я на поле первого, кто-нибудь хотя бы один из хантов, лучше второго. Два процента. Че Гена сделал, блин? Куда ты выносил? Почему не было? Ой, эти че. Я зрифелила ген с тебя. Ну, потому что я зрифелили. Я от всех отходил, а там ловушка появилась. А народ БР есть? И нету. Матиола дашь БР. Хорошо. Диспелите меня. Заберу там на пару секунд. Води пока. Как Фарада сдох. Отлича. Я бил гневного, меня убил Лик.
Меча я даже не трогал. Потому что нехуй бить на перифазе, правильно? Правильно. Я говорил не бить на перифазе. На всей перифазе им только взрыв один дал, все. Мне похуй. Я сказал не бить на перифазе, значит не бить. Даю гимн на ману. В курсе, да, сейчас что будет? Я на это. Дашь БР. Можно Инер? Чего это? Блин. Я в печеньке. Я ромб. Че ромб никто не бьет? РД, осквернение, улетает ромб, подбейте. Там хил вообще как-никак. Выпрыгивай сразу. Сразу гоблинским оттуда нахрен. У меня КД. Я так. На, отошли. Забрал. А что, поддержишь? Или забрать? Да все, пускай нам. Дал кружку. Так, вот, я вижу. Ладди, я в печеньке. Вернее, не опять. Кучнее, кучнее, Вальп. Разбежали сразу. Не-не. За товар Вальк хотите тоже. Громче. Бить. Дал стан по ромбику. Где стан хоть по этому все видно? Ромбик РДД, блять, нахуй вылечай бьется. Вернение 5. После осквернения. Это смежное, по малому кругу, блять. По малому. Ика. Сову, 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 ролик. Дал кружку. 1%, 1%. Да не бейте, босс. А, ладно, давайте за лечом уходить. Ага. По кругу добежите. Кто на краях, по кругу добежите. Дай ШВшку. Да. Дал цак. Все, перебежали, по кругу там добежали. По краях, да. Идите с подъебальника гневного. Не хильте Сантея Делороса, сдохнут, получит ГП. Забери на пульте вторую. Чешка КД. Меня нет. Я дам. Меня есть. Человек КД. Все хорошо, но в меру. Вот этот ваш, блядь, что вы стоите и хилам приходится дохуя хилить, у них мана, блядь, садится очень много, блядь. Сейчас Сантея кто-то хилил? Звезда. После того, как я не сказал не хилить. Хилили. Шаманов талант хилит. Сильно не раз это, не разбретайтесь. Лапу дайте. За звездочку. Простеночка.
стене прижмите. Бежим далеко. Секунда выход. Разбегаемся. Черепа все. Нормально. Бича. Время, чтобы по максимуму протунелить босса. Скоро осквернение. Отойдите от черепа. Видишь, а в ДБМ этого осквернения не было. 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 Дождь. Сейчас засосет, по-моему, до духов, нет? Да. Да, я просто отвел лича на другую сторону. Так. Звездочка. Быстрее, быстрее, все. Не, лево, лево, лево. Вы не должны оказаться во власти в одиночку. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Убивайте за звездочку, звездочку, он где уже бежит, а вы еще там, блядь, без меня догоняете. Все там все чисто. Взорвались. Стенки прижимайте. Всего черепа все нахрен. К трону. Надо на трон и херачим. Че блять. ШВ. А что такое? Это что было? Ты упал или что это было? Нет. Что это было? Срыв огро, наверное. Стоунтил, наверное. Тоже вор стал. Хуй его знает, после комнаты просто лич вышел и на них повис. Ну, типа на тебе босс сидел, я его не срывал. Я умер после того, как ты поймал босса. И Библ тоже, кстати. Я не ловлю босса. До того момента, когда он выпускает с комнаты, он кастет осквернение. Я сам отбегаю от босса. Звездочку. Средство друид. Короче, я тут... Сволочь, да там уже у босса 14%. Этот... Привезти СС на всякий случай, по-моему. Хотя не, у меня ревностный есть, но по войду дайте СС. Давай в расступную. Давай, похуй. Череп, отойди. Дайте. Видел причаржа победных. И ШВ заветное, смотри. Опа. Можно в лужу даже встать. Ну-ка, под ШВ сколько лужа бьет. Клинич, дай дела. Чё, про товар нормальный танк, да, говорят? Я слышал такое. Говорят, что Void топ-1, но насчет про товара не уверен. Скажите, урона по Войду на них. Так сколько там урона-то, я же леча не держал. Не, я за первую фазу. Там, в принципе, будет вторая фаза плюс леча не могу. Лям 500, у тебя 2500. Что двигает? У тебя первая фаза тут. Праведность. Не знаю. Там лич неистовство скорби 280 вот это, которое ваншотает. Автоатака 400, 437.
Шаркари там 160 тысяч. 200 тысяч в общем. Духи, которые хлопал 90 тысяч. Вот тут из прожима Кувара только выкачет. Ну, шивая был еще. Вот смотрите, я стоял в зиме, и по полученному урону я на 9 месте. Это к тому, что там что-то хилы напрягаются, что-то еще такое. А ты выбегал? Смотри, смотри, Сантей на каком месте. На втором. Я не знаю, что он там ловил. Я на 9. Я выбежал на последней зиме смотри, только. На предыдущей я стоял в зиме. Смотри, РДД получил столько же урона, сколько даже больше, чем плов танк. Чем танк, блин. Ну посмотрите теперь исцеление, сколько Сантей нахилил. И вот. Он хилил это все в себя. Потом этот, смотри. Милики намного, ну то есть милики должны больше получать урона, а ты получаешься наравне с миликами. РДД меньше всего должны получать урона. Ну это логично, что если по тебе урона больше, ты больше отхилишь. Это логично. Так бы талант хилил другого игрока, а так локов, которые просаживаются. Ну как бы. Теперь дамаг смотрим. Я про вот этот талант. Вот скажи, сколько я отхилил? 241 тысяча. Право судьи света 123, 82 тысячи живой щит, лучший вожжак стая 35 тысяч. Там даже я нахитился. Живой щит. Так, стоп, у меня вопрос. Чё по пухам? Кому надо что вообще? Митриоз. Слобик, Митак, Митриус, Теренаска, меч надо кому? Мягкий меч. Дальше, что там? Чё? Арбалет. Аркус. Клятва нужна? Арбалет у Войда нету на фурике. Тоже бы взял. Этот, не открывайте сундук. Дальше, этот... Аркус нужен кому? Хотя бы на олл-спек. Глора надо, гречу, да. Зов надо. Раздавайки зов не надо, да? Зов на раздавайки ух, на надо, вон. Раздавайки надо, говорит. А, ну все. А, не надо? Ну на протовары на уф. Надо, надо, говорит. Раздавака ему надо. Нет, он пишет не надо. Блять, да он пишет надо, он типа такой, ахаха, не надо, надо, конечно. Так, все тогда открываю. Что там, три клятвы? Аркус и Фалик. Ничего удивительного вообще. Мне кажется, зов вообще пропал уже вот так. Почему? Как-нибудь упадет две штуки сразу. Давно не видел. Я тоже. Так, ладно. Так, поводим. Надо. Не надо. Пригодит. А, не брал. Тебе на успех надо, да? М? Тебе надо печенька или нет? Ну да, я бы на шипы взял. Бери. Так, Аркус там. Успеки. А, Нелик. Народ тебе дал успеха Хилады. Туально. Так. Фалик. Выйду Фалик. Конь надо кому вообще или нет? Мне кажется, сейчас из-за этого коня налетят на тебя. Распыляйка. Пылить, пылить, окей. Ничего себе, ролл какой-то. Опа, 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 96, 95. Ну, давай. У меня конь есть, просто по приколу кину. Ну,
Мартиол хрен знает такой раз. Раздавака и Войд кинули по 96. У меня есть раздаваки. Раздавака тогда. Следующая Матиола 95. Где мой ролл? Давай, Лёша. Ты в жопе. Я тоже хочу кинуть. Свопа, знаешь, кто в гильдию просится вообще? Блять, я сейчас охуеваю. Кто? Подожди. Так, Казум, раздавак. Раздавака 96. Раздавака, да? Раздавака 96, а да, под... дальше Матиол 95. Тут коняшек нужно только 6 человекам. 7 человекам коняшка надо. Вот все меньше и меньше. Ну ничего, скоро твинов качаем. Новенькие заходят, они все коняшку хотят. Да, блядь. Я вроде поотдавал лут весь. А, блядь, это... Оно не раздалось? Нет, не поддавал. Нажмите побыстрее. Тень. Так, Войд. Ну. Сейчас отдалось? Угу. Да. Вводи. Блядь, чё ты не нажал? Ой, где тебе рискать? Давай. Опа, раздавака, ГЦ. И ар. Так, всё, метки ставьте. Там ути, если что, заходишь в рейд этого босса. Да, я тут. Здесь, нет? Будьте здесь, нет? Всё, майните. Я надаю ассиста, порастворяй там нет. Как обычно. Лёх, мне тут в танке добыть. Да, ты тут в танке, и монород ещё дополнил. Я на боссе, ты поводишь, монород трошак подержит. Пойдём в три, потому что в три. Что гильдю-то просится? Интригу задал, а ответить нет. Все, ставлю рыбу. Ой, рыбу ставлю. Че, где нарастает? Интригант. Парада, помоги ты тоже, Гене. Метки расставить. Ты метки расставишь, Гена, значит. Все по-честному. Я пойду, пока там бил пару минут. Приду, есть тот, кто не был вообще с первых пяти групп? Вроде нету, да? Ну, Мяка сегодня днем был. Две джайны за день. Ну что, надеюсь, не накосячит. Это, про третью фазу, там, когда появляется вот эта, ну, нуборезка, типа, ледяная, там что-то нельзя смотреть куда-то там. Там надо бегать возле купола, и чтобы твой персонаж смотрел на джайну. То есть бежишь боком. Чтобы сзади с тебя были эти конденсаторы, которые дают фир. Потому что если ты посмотришь, отвернешься, твой персонаж отвернется на этот конденсатор, ты словишь фир. Все просто. Давайте, пока я курю, чтобы я подошел, как раз пульнули. Дайте рыбу кто-нибудь, пожалуйста. Что такое неистовство ледяной скорби? Что за урон на Личе? Это когда вот финальный, в конце поднимает меч, втыкает землю и всех ложит. Хорошо. Все, понял. Я смотрю, есть на всех людях, на мне нет. Ты, наверное, до этого же был дохший. Ну да, я уже понял про это. Я написала тактику на босса.
Да-да-да, медуза Горгона там же на нее тоже смотреть нельзя. Лапу и каску, пожалуйста. Удивительно, но мне даже инта есть. Не знаю, конечно, что вы так горите с этого, когда такую тему, что-то кто-то мутит, там выбегает на зиму, какую-то еще механику обузит, которую он может это делать. Мы горим, потому что мы хилы реагируем на самую просевшую цель, и получается, что у вас ХП скачет, и мы на это реагируем. Хорошо, но все в меру. Когда стоит у тебя вся РДД-зона в этой хуйне практически, и, блядь, дамажит всю РДД-зону, это реально... Да, держу в курсе, кстати. Я был с саппротом, а у Сентей он в этот момент закончился, и он все равно не сдох. Даже то, что вы его там хилить перестали, хилила пассивка. Я как долбоеб повелся и отбежал зачем-то, не знаю. Мы не перестали хилить, мы не читаем ники, когда хилим кого-то, понимаешь? Мы реагируем на уход ХП. Угу. Вот и все. И у меня хилит, и кольцо хилит, и все остальное. А я выбираю, кого хилить. Только буйный рост сам хилит, ну, по желанию. А так, если никто, меня кто-то обидел, я там омоложение не кидаю. Хорош, девка. Ну, судя по всему, тебя редко обижают, у тебя омоложение всегда в топе. Генопояс не упал, да? Да нахуй не нужен. Он мне, знаешь, я его выбью, он меня месяца два, ну месяц точно будет валяться в сумке. Просто потому, что у меня не будет голды его засакеть. Он мне нужен как для галочки. Да мы поняли. Типа, знаешь, вот спросите, какая у меня мечта, да, я скажу, типа, выбить пояс. Ну как потом жить, без мечты, да? Да он тринкет уже выбил, так что он доволен. Да, типа, я тринкет в Пугарейде себе на локо зарубил. Мне на месяц счастья хватит. Чё за тринкет? Чё, запускаю, нет? А он да, не можешь запускать. Они распределили даже, нет? Можешь запускать. Мы же все распределили. В смысле, у нас, блядь, все хилы стоят в ранге. Ой, в этих, в трусах. Я запустил, короче. Ну вы первый раз, что ли, ну? Каски, бафни. Короче. Матиола, Адмирал, Череп, Элбрил, Луна, Джонни Тотем, Трусы, Полина, Ромбик, РДД, Гевка, Луна, Сантея, Ромбик, Казум, Череп, Долорес, Трусы, Неликс, Луна, Планета, Череп, Наказонтик, Трусы, Фарада, Ромбик, Кирсгорн, Луна, Раздавака, Череп, Слобик, Слабик, Трусы, Бабл, Череп, Мозер, Луна, Редвар, Ромбик, Ютия, Трусы, Коника, Луна и Монород в Черепе. Гречка в Черепе. Кто в себе не уверен, лучше саппрот выпить. Рад,
Мопчик твой, монород, появился. Девка, сейчас сорвешь, монород. Ой, девка. Монород, ты возле босса его танчишь. Войд водит. Тогда что хочешь делай, Кирс. Можешь пить. Я просто смотрю, дохуя без сопроводов, может вы просто забыли. Не знаю, если в хилах не уверен, да? Сопроты здесь обязательно. Сяцы. Разбежались. Пианиста захилить. Активнее, активнее, войди даже когда... Сбежались. А нету этой хуйни, он 5 стаков забрал на первого. Так было бы сейчас 17. У меня интерфейс забавился, сейчас приложусь. В мили-зоне, возле совы там до хуи еще лежит. Давай, это у меня сейчас сложит нахуй. Уже должен был портал закрываться вот это время примерно. Так он 5 стаков забрал. Свичнулись, РДД. Давай, монород, хоти. Вон, возле локов лежат, в зоне лежат, нахуй еще. Разбежались. Мяка, не сорви большого, не надо его туннели сейчас. Разбежались. Бля, монород, спаси, сохрани. СС на свое усмотрение раздавать. На фарад дайте СС. Напоминаю на это. Народ, забирай мальчик. Заберите мелкий, монород. Чё там с мобом? Не слейте большого. АОЕ стопнуть. Этого не бейте, не бейте моба. Пускай потом Войд его заберет, заходит. У которого 60? Да. Ну там новый сейчас уже выйдет. Добивайте того маленького. Уйду. У нового бейте, этого старого не бейте. Да его зальют, понимаешь? Блять, ладно, уже бейте. А там 40%, как зальет, не, блять, если не надо, не бейте, если не зальет. Разбежались. АОЕшка, да. Там АОЕшками просто хуяли. Просто АОЕшка зальет. Типа он над гречкой Т5 и все, его нет. Гречка же может не нажимать Т5, когда большой рядом. Не может. Разбежались на противоположную сторону. Давайте быстрее. Еще на сове, да? Скажи, Starfall не нажимал. Где там моб лотится вообще-то? Твой... Хуй знает, я Т5 здесь вообще не нажимаю на этой фазе, чтобы не АОЕшь. Передо мной будут это, там где я буду стоять, там большие будут появляться. Убирай, мой народ, скоро отходи. Там большое, много хп, его не добивайте. Не бейте. Свечнитесь, РДД.
Разбежались, быстрее, быстрее. Этого или следующего взяли? Ну, уже следующего. Уже следующего, да. Разбежались. Напоминаю, слэш каст чит цвета, блядь, на перефазе, кнопочка, если не появилась. Пока есть время, можете. Там мобчик где-то поебался. Давайте, как же волноваться начать. Уводи. Шторм, разбежались. Разбежались. Соседний РДД добиваете. У меня сразу макро стоит слэш таргет под ГП. Так, кнопочку не забываем нажать. Прожали. О, кнопочку починили. Два, победа же, блядь. Кто не сдох? Лучи. Метки. Злобик, Редвар, Гена, Коника, Мозер, Библ. Метеоры. Закрываем, закрываем, все бежим, закрываем. Хиливаем. Мяту. Забрал. Лучи. Метки. После меток метеоры, и после метеоров сразу попал в зону. Аккуратно меточки вынесли. Закройте, 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 закройте. Да, кто там Фарада сдох, блин? Наверное, опять в соло закрывал. Да, было три лужи разлиты, и там была... Я подниму его. Эф. Еще один. Метеола отмирал. Серьезно, блядь? Престом ДЦ умудришься тут сдохнуть? Лучи. Я был с дебафом, мне щит пробило. Метки. Метки, метки, метки. Метеоры. Как он врет? Хуй его знает, как они дохнут, блядь. Ну, от метеора раздавака умер. Ну метеор, я тоже в этом метеоре стояла, я же не сдохла. Вместе с ним. Метки. Дебафом был. У него саппорта даже не выпит, да? Метеоры. Народ, кого нету саппорта? Забери. Ползут. Подхитите, братва, сейчас. УЗВ пройдет. На коллапс. Поюгим. Сразу лучи будут, милики не подходят. Живы? Метки. Метеоры. Лучи.
метки. Метеоры. Да, метеоры. Херсон. Бля, это нормально две подряд метки? Да. Лучи. Да. НРЛ брыл взорвить. Процент. Сейчас фаза будет 1%. Метки. Инера нету. СССР, ну все, у меня сейчас откатится это косолапое мое чудище. У меня уже на мотиоле висит. Смотрите. Блядь, главное... Дайте попробуй. Сальву, кстати. Сантей, нажми раскол сейчас. А мне сальву дайте. Да сейчас я на босса подойду. Я сальву тяну. Тяну. Так, раскол. Идите за постой. Товаром косты заебись, можно побить. Чё там, петов убираем от босса, нет? Да, 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 лучше же убираем. Натиск. Не ловите натиск, блять, уйдите из трусов. Боря, Элбрил адмирал. Кто не в курсе, луч. Надо уже в квадрате стоять. Луч, луч, луч. Метки. Три хила сразу разбиваете. Да, массаж. Дайте Гера. Разбили. Натиск. Рата. Боря, девка Казум. Казум адмирал Боря. Луч. Чё там, купол 15, да? Да, 15 секунд купол. Ещё один каст какой-то будет. Боря, планета Неликс. Как и думаешь, купол. Что вы дать под купол сначала? Купол. Купол. Она не будет. Да ну нахуй. Заметил, да, как они вообще, баганы в этом месте? Но он удивляется, что выжили все. Да нет. Нормально. Нет, он про себя. Здесь да, текстура да, быстрее идет. Не, я для вас идеально шипы положил. Только не смотрите на эти, блядь, конденсаторы. Добьете. Слой, слоишь босса, это... Монород дашь по мне, бэр. Ну куда так вперед-то бежит? Рада, блять, Войд, чё происходит? Не знаю ничего, блять. Я не попал в шип. Я же эти шипы прописывал. Выжили нормально. А где стол? А, блять. Молю, добейте, блять, этот шип. Купол забегает, забегайте в купол. Сколько тут конденсат? Нахуй просил меня. Все, танчишь, да? Боря, да, планета Коника. Мобов милики сливайте. Натиск.
Света там отзови, пец, ты сейчас еще луч пойдет, будет жопа. Пойду сбивать сейчас. Луч, блядь, не надо. Луч. О, луч угадал. Лёх на костер. Натиск. Чё, луча больше не будет, хуярить. Жопу ставишь? Боря, Сантей Делорус. Метки давай. Боря, Полина Элбрел. Конец меточки. Метки? Блять. Лёха, книга упадет, нет? Почему я? Шивая, сука, не спят. Сука. Ой, ой, чё, вы покойники, да? Кто не хочу умирать. Я не хочу. Бля, вам придется. Алё, почему СС на сову не повесь? Лаки, читай на хп, читай на хп. Глыбы не разбили мои. Сову разбейте, блять. Звезду, все в звезду, весь ДПС звезду. Я могу встать. Ну, сову в жертву во имя книги. Звезду, хорошо. Это шивы затащил. Нормально, блин. Меня убили опять. А мы не могли ничего сделать. Сволочи. Я уже косты, блядь, научился угадывать, сука, у босса. За столько трайв. Лёха, ты бы угадал, книга упала сейчас бы или нет? Скажи, да, сука. Я пропустил. Смотри, сейчас упадет одна ручка, упадет, скорее всего, триня РДД и что-нибудь с духом. А давайте... Бля, маунт выпадет, жопу вставай. Давайте, давайте две триня РДД, пожалуйста. Комбат гречка. Книгу. Книгу. Короче, фетиш цветения. Я хочу две триня. И книга, короче. Трогайте, сундук не трогайте. Кому надо сколок? Отдай мяки. Осколок надо кому? Вон монород пишет. Мне пуху не отдали, отдали сегодня Джонни, так что мне не нужен осколок. Спасибо. Джонни Кейдж. Там надо все равно, чтобы души были. Давай. Бабл опять босса добил, смотри. Забирай. Ну, блять, почему такой лот не выпал сегодня? Джонни, смотри! Ааа, простару. И Триня. Он же хотел, ты же хотел, да, забирать эти штаны? Ты же угадал про Триню. Джонни, наоборот, мотивация. Кто-то угадал, что маунт упадет, темный шквал тут. Ну, могу, умею, практикую. Че, роль-то? Ну там Трини на мейн роли, скажи, Лёш. Я знаю, Казум еще.